Метро Чернышевская, так ностальгия напала, решил посмотреть, что там с ней. Он закрыл, загнулись без меня, что я им говорил, типа, ну куда вы без меня? Забегаловка, в которой я раньше работал. Как забегаловка. Элитный ночной клуб. Наркотиками, рок-н-роллом, все дела. Человек, с которым сейчас в Карелин поеду, отъезжает от станции метро Чернышевская. Так ностальгия напала, решил посмотреть, что там с ней. Он закрыл, загнулись без меня. Что я им говорил, типа. Ладно, я сам уехал. Game over. Ну, а тут, в принципе, ничего не поменялось. Каток, которым я иногда после работы катался или до работы. Холод этот с ветром, который никогда, мне кажется, отсюда не выходит. Стоишь, значит, вот так вот, на крыше, пьешь чай и думаешь, виды какие-то плохие. Good match. Еще одно. Match good. Охуенно. Суши как? Суши как? Охуенно. Артем блогер, всем опасно, вышел на охоту за достопримечательностями Петрозаводска. Температура хорошая, камеру достаешь, рука отваливается где-то. Минус 3. Ветер северно-южный, или какой там он бывает. Я понял, что мне еще минут 15 максимум я смогу на этой улице протянуть, поэтому сейчас пойдем. Я был тут 3 года назад, я запомнил набережную. Пойдем на набережную. Водник местный. Европа отдыхает. Не, это камера. Я думала, это. Утиный кипиш. Ой, хвост оторвал. Браток, прости. Стой, не убегай. Сворачиваться, то буду как тут дядя от холода виной заниматься. Вот в Петрозаводске очень крутая вещь. Присед, становая, все дела. Прям крутой зал на улице. Сейчас, конечно, я бы не рискнул сюда, но летом вообще идеально. Бесплатный спортзал. Больше, меньше. Такая лесенка, может, называть. Руки отпадают от таких лазаний.
не та погода. Господи, что они придумают? Я так понял, красная ветка через станцию. Я хожу еще за ее 5 минут. Если я правильно понимаю, нужно выйти из метро и снова зайти будет на него, чтобы попасть на красную ветку. И сколько он стоит? Ну вот это большая порция, 12 злотых, понял? Польша попробовал местный. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. Тоже надо так, булочки привезли, накладную оставили и поехали, и никто их не ворует. Серега, которого я сегодня ночевал, красавчик, научил этими автоматами пользоваться. Ой, 7 злотых. Ты можешь кататься 90 минут на любом транспорте. Метро с пятого круга нашли. Сейчас как оно? Да, я покупал, мне сказали, что такая-то хуйня и Майкла Джексона. Те велики, что вчера были, Серега говорит, что это как общественный транспорт. Типа ты можешь 10 минут бесплатно, а на час там что ли одна злотых. То есть ты можешь час покататься за одну злотых, поставить, снова взять и кататься. Думаю, что мне говорит прямо поехать? Я так посмотрел, тут походу метро на улице. Просто поднялся, сел и поехал, что ли? Не Брест. Я так понял, вон еще один Брест.